Итак, всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Бомбардир 777. И сегодня у меня будет обзор на мою самоделку по Among Us в Лего. Помните ту самоделку по Security? Раньше она была вот такой. Сейчас же я ее уширю вместе с коридором. Улучшил немного ее тут. Раньше она была немного другой. Здесь есть ящик. Помните это задание с проводами? Еще у меня появились новые фигурки. Но так как некоторые сломались, а детали потерялись без вести, я покажу вам только одну. Это вот такой вот коричневый человечек. Да, с вантусом на голове. Пусть он дальше сидит в охране. Из таких, можно сказать, функций это камера. Горящие камеры вот эти. Ну, точнее, экраны. Ну, есть декоративный телефон. Еще тут закрываются и открываются двери такие. Пусть они будут на месте. А еще есть вентиляция. Вот так это выглядит сверху. Ну что ж, на сегодня все. Ну, видео вышло немного коротким, но ладно, это же все-таки обзоры, и ничего я такого сделать не смогу, но я просто покажу, попробую показать, если у меня получится, кадр из Among Us. Как это выглядит в Among Us.